Этот лайфхак. Нету там, там он просто убивается. Там нет никаких проблем вообще. Так, что мы тут делаем? Здесь ничего не надо, тут никто не агрится. Кроме как вот этих. Так, а нам надо вот этого. Да нет, немку надо было кидать. Первый легко. Не, Атина легко просто убить. Он просто убивается. Там как бы... Ну, у меня проблем с ним не было вообще. Так, вот это самая сложная дверь. Покажу, как я ее прохожу. Сейчас я отдохну немного. О, вот это рыба. Какая же бесячая эта музыка, блин, в этом плавнике. О, вот он. Оп-оп. Но мне, возможно, повезло, что он здесь находится. Все, давайте подождем. Вот эти вот пройдут сейчас. Ничего, шевелиться не будем. А, это не хватает дамага. Мне говорили то, что он призывает. Слушай, ну, это, наверное, может быть, дамага просто не хватает. Вообще, я когда бил его, и сколько раз я его бил, у меня не было с ним проблем. Я просто убивал его, и все. И даже не было. Он получается, как у меня? Он... Ты просто далеко от артефакта будь и все. Ты получается, вот он на самом верху, ты его начинаешь бить, там прям вверху можешь бить. Он потом от тебя убегает к артефакту, юзает артефакт и бежит опять к тебе. Ну вот пока он юзает артефакт, ты его тоже бьешь, там, да. Как только он заюзает артефакт, да, ты назад отходишь его, вот, так, ну, чем дальше от артефакта, тем типа лучше. Все, и ты дальше его пинаешь, бьешь, бьешь, он опять к артефакту идет, ты вот все пинаешь. И потом он назад к тебе бежит, и вот после этого он как бы умирал. У меня два артефакта юзал и умирал. Все, дальше я не знаю. А, возможно, к выходным. Но это не то. Ёп, я чуть не прыгнул. Так и будет туда-сюда вот так ходить? Я думал, они отсюда придут сюда. Ладно, я так убью сейчас. Издевается просто вот и все. Ой! Понятно. Так, ну мне тут что? Только возвратом.
Белокрылые качели. Так, нам сюда надо лететь. Так, ну здесь надо будет... А чё я так лечу здесь, не понять? Так. Оп! Так. Я понял. Воу! Эй, вы чё? Не-не-не-не-не-не-не. То так не должно работать. Вот так должно работать. Ага, написал? Во, я вижу, в чате написал. Сейчас я тебе скину. Сейчас я тебе напишу. Вот туда же ты ведешь его. Так, а я поставлю плюсик. Это бесплатно, чисто так, ради, это так, от меня подарочек тебе. И да опять ты, нас вас много. Тихо, давайте посидим. Так, я не помню, как мы проходили. Как я проходил. Я проходил, потому что я пролетал вот так вот. Здесь проходил, и все. Просто я не помню, мороки вообще видят меня, да? Видят. А тут все видят. Да, все видят. Потихонечку будем просто чистить, да и все, быстрее будет. А, все ясно. А проблема в том, что здесь вообще. Вот так вот надо делать. Так, с этим все. Вот здесь проблема. Вот здесь я ощущал проблему, но думаю, здесь я тоже справлюсь. А, нет, это, слушай, тут не то, что, тут, ну, кто-то мне сегодня говорил то, что, возможно, на выходные откроют. Но это тоже не точно. Это непонятно, откуда инфа, и в данный момент я пока не знаю, можно верить или нет. Так что я, ну, как бы, я не хочу говорить то, что точно откроют, но есть инфа то, что, возможно, выходные будут открыты двери. Не-не-не, ты скинь мне этот. Нет, должно быть все нормально. Вот я при тебе все сделал. Ты просто темное облако заходишь, вот здесь у тебя. И у тебя там будет два таких этих. Два амулета на дроп.
А, про бомбера не выпал, ёп, я пугался, думал, у меня уже какие-то это дали проблемные эти КД, когда. Ну, не выпало. Вот такой вот. Когда я тоже хочу уже ходить в плавник. У бомбера? А я не знаю, что там должно упасть в ключ. Я не знаю, что там. Я уже не помню, что там должно упасть. Вообще, по идее, вроде должен ключ упасть. Ты же открываешь потом следующую. Посмотри внимательно. Да попробуй просто открыть дверь без... Без там всего. Без ключа там. Вообще, да, там должен быть ключ. Я думал, тебе не выпало то, что там стигма или еще что-нибудь. Вы пришли послушать мои песни? Думал, кто это тут смеется? Я все смотрю, думаю, кто у меня в Дискорде разговаривает. А это песенка. Задонатили. Сейчас заиграет.